Estoy probando hacer un video. I'm trying to make a video a little differently than usual. Я пробую сделать видео немножко не так, как обычно. И тема моей попытки сегодняшней будет, конечно, кухня. Вот вы можете видеть, что у меня на плите. Это, так сказать, глобализация в доме. Глобализация на кухне. Посмотрите, что я сегодня приготовила. Икра заморская баклажанная. Cream spinach. Я не знаю, как по-русски это называется. Это я познакомилась с этим блюдом здесь, в Соединенных Штатах. Это типичное блюдо, которое готовят на такой день, как Thanksgiving. Здесь у меня салат табули. По идее, это греческая или средиземноморская кухня, да? Вот так вот. Тут у меня brown rice. Рис коричневый, который, я так понимаю, откуда-то из Китая, да? И вот здесь под крышкой, сейчас мы ее снимем. Это терияки чикен. Курица в соусе терияки. Тоже и откуда-то из Азии блюдо, правда? Вот смотрите, вокруг Земли. Планетарные. Единственное, чего у меня не хватает, это какие-нибудь эти индейские такие, я не знаю, что они там едят, оленину на Северном полюсе. Вот. Уже не говоря о том, что аппаратура у меня, естественно, американская. Я снимаю на iPad. Хотя, возможно, он сделан где-нибудь в Японии или в Гонконге. Я сама с Украины, говорю по-русски, а снимаю на весь мир тоже. Ну, в общем, на этом я буду заканчивать. 2 минуты хватит для пробы. Вот кухня у меня такая сегодня. Блюдо. Ладно, буду прощаться и посмотрим на результаты. Пишите отзывы, как видно и как слышно. Это моя первая проба снимать именно вот так. Прям вот с этого, с YouTube.